года. Это знаковое событие не только для профессионалов индустрии дизайна, но и для всех тех, кто не мыслит свою жизнь без красивого современного интерьера. В этом году третья торжественная церемония будет посвящена юбилею журнала «Elle Decoration» в России. Знаменитому изданию исполняется 15 лет. Я горжусь нашей прекрасной командой. Я горжусь нашими декораторами. То, что сделали мы вместе с командой, я считаю, что это дорогого стоит. Главная интрига вечера – это победители нашей ежегодной международной премии «Выбор года 2016». Лучшие дизайнерские объекты и лучшие люди из нашей интерьерной индустрии, которых мы сегодня поздравим. И это действительно необычно, потому что все-таки 15 лет – это знаковое событие. И, конечно, у нас будет классная музыка, у нас будет группа «Градусы» и наш любимый диджей Козак. Так что будет весело. «Elle Decoration» — журнал, который связан с красивой, правильной, роскошной, модной, дизайнерской жизнью. Это место как нельзя лучше подходит под это мероприятие. У каждого дизайнера, я думаю, особенно у тех, которые являются гостями или номинантами сегодняшней церемонии, есть свой неповторимый почерк и стиль. Желаю журналу процветания, конечно же, таких прекрасных встреч, как сегодня. Это наша ежегодная премия, которую мы проводим уже не первый год. Это премия в области достижений интерьера, архитектуры, дизайна. В этом году церемония для нас еще более волнительна, потому что в этом году мы отмечаем наш юбилей. Журналу «Elle Decoration» исполняется 15 лет. Журнал одновременно открывает новое из того, что есть в мировой архитектуре, в мировом дизайне, из того, что есть в российском дизайне. И то, что создано в российском дизайне на сегодняшний день, это тоже реально лучшие образцы. Я решил с компанией Bosco делать невероятно красивый проект вокруг интерьера, как раз в Петровском пассаже. «Elle Decoration» может взять то, что есть красивое и современное, и в традиционном. Это traguardo per me, perché sono 25 anni che lavoro qui in Russia. E la Schneider quest'anno ha 70 anni. E di conseguenza la coincidenza 25 anni e 70 anni è veramente un momento molto bello, emozionale anche, e sono contento che «Elle Decoration» abbia riconosciuto Schneider come cucina dell'anno. «Elle Decoration» — это единственный журнал из российских, который я читаю, из интерьерных. И больше всего мне нравится в нем то, что он очень заметно развивается. Он постоянно меняется, и это главный признак того, что в нем работают профессионалы. Мы победили в номинации «Аксессуары года». Для нас эта премия значит то, что мы сотрудничаем с самыми высокими брендами, которые получают признание от ведущих издательских домов, таких как «Elle Decoration», таких журналов.
Соответственно, наш выбор правильный, мы работаем с лучшими компаниями. Мы очень любим все мероприятия, которые проводит Эль, во всем всегда участвуем. И очень рады получить эту премию. Считаем, что она заслуженная. Гордимся. И одновременно поздравляем Эль с 15-летием. Мы с вами. Это профессиональная премия, именно профессиональная. Что приятно, правда. Потому что сложнее всего оценивают коллеги своих коллег. Это, на мой взгляд, самое объективное. Компания Elle Decoration очень хороший вкус. И я считаю, что его отличает от других журналов то, что вы никогда не увидите некрасивых или не очень красивых интерьеров. И все это прекрасно профессионалы понимают, ценят и за это любят журнал. Я желаю журналу развиваться, иметь очень много хороших, прекрасных рекламодателей, быть толстым, быть интересным, делать новые приложения, делать новые номинации и быть счастливыми. Elle Decoration — это журнал, который открывает новые имена. Он дает путевку в жизнь многим дизайнерам, декораторам, архитекторам. И это очень важное качество, потому что журнал, который на своей странице выводит совершенно качественно новый продукт именно российского дизайна, российские имена. И в этом, конечно, его большое достоинство и преимущество. Это серьезные достижения для всей нашей команды. Мы победили в номинации «Открытие года». В Elle Decoration нам нравятся люди. За любым журналом, за любым продуктом стоят люди. И то, что мы чувствуем, это энергетику этих людей, которая проявляется и в материале, которым они преподносят, и то, как они это преподносят. Я строю дом. Я сначала его строил с каким-то с ужасом, а теперь я строю его с удовольствием. Почему? Потому что я вошел во вкус, и мне все нравится, что там происходит. «Эльдекор» — это один из лучших журналов не только у нас в стране, но и в мире. То, какие статьи они делают, то, каких дизайнеров они освещают, это всегда на высоте.